Дать взаймы или быть безразличным. Копить всю жизнь или же тратить деньги на какие-то радости. Скупость и жадность. Сегодня в нашей программе. Насколько могут быть щедрыми мужчины? Мне кажется, шедеврально. А вы как считаете? Ну, что вы хотели? Бесплатные за 5 минут. До чего доводит женская скупость? Ну что, Катюха, давай пендривалась. И как бороться с жадностью? От радости, смотрю, в забу дыханье сперло, да? Уймись, тебе такое не пойдет. Отпусти меня, Саша. Дорогой, дам за себя откуп. Бог с тобой, золотая рыбка. Никакого откупа мне не надо. Плыви себе в свое море. Представляешь, Катюха, закинул я невод в море. Что? И поймал золотую рыбку. И говорит мне она человеческим голосом: проси, что хочешь. И что же ты попросил? Ничего, отпустил в море. Дурачина ты, простофиля, Саша. Попросил бы у нее хотя бы новое корыто. Наша-то совсем прохудилась. Ступай. Ах. Уж сколько раз твердили миру: чем больше есть, тем больше надо. Да только все не впрок. И в гардеробе лишний шарф, плащ, зонт всегда отыщет уголок. Ой, Танечка, привет, моя хорошая. Ты как? Отлично. Тебя увидела и стало еще лучше. Пройдемся. Ну, до чего ж ты хороша. Ну, что за ножки, что за сумка. Новые духи. Да, я угадаю. Нина Ричи. Ты знала, умничка моя. Тебе я подарю их. Для тебя не жалко. Спасибо, милая. Ты лучшая на свете. Вот это да! Какие скидки! С ума сойти, малыш, смотри! Сама смотри! Цветочный прим! Берем? Берем! На море? На концерт? На совещание? На свидание? Для хмурых дней? Для танцев на рассвете? Лионы! Катя, эска, мой размер. И мой. Радости, смотрю, в забу дыханье сперло, да? Уймись, тебе такое не пойдет. Кто молодец? Я молодец. Я тебе повыдираю сейчас твои жидкие сеченые волосенки. Они не жидкие. Девочки, ну давайте продолжайте, как в басне разговаривать. Девушки, приглашаю вас во второй зал. У нас сегодня скидки большие на обувь. Золотая рыбка! Чего тебе надо, бро, Саша?
Не дает мне моя Катька покоя. Хочет она новое корыто. Ступай себе с Богом. Будет ей новое корыто. Ну что, Катюха, твоя душенька довольна? Дурачина ты простофиля. Ну зачем мне новое корыто? Я вообще не хочу быть крестьянкой. Хочу быть столбовой дворянкой. Ступай! Поклонись рыбке! Сегодня на меня тоже снизошло вдохновение. И взяв в руки карандаш и мольберт, мы отправляемся на улицы нашего города. Девушка, остановите свой бег. Отдайтесь искусству. Молодой человек, не хотите сегодня за 5 минут, за 5 рублей ваш автопортрет сегодня здесь совершенно бесплатно? Акция, да? Из Рима приехал я специально писать самарских девушек, поскольку... Вот. Она позировала просто недавно в обнаженном виде, и у нее еще эмоции вещи. Они какие-то все куда-то спешат, куда-то торопятся. Надо на секундочку как-то задержать бег, остановиться, помыслить. Есть желающие? Я могу групповой портрет ваш нарисовать. Это займет всего 5 минут, даже звонок не успеет в школе прозвенеть. Да? Присаживайтесь, пожалуйста. 5 девушек, а сколько глаз должно быть? 10 глаз точно. Мне кажется, шедеврально. А вы как считаете? Ну, что вы хотели? Бесплатные за 5 минут. Молодой, но очень подающий большие надежды художник. Я не понимаю. А пройдут года, это же миллионы. Потомки оценят мое творчество. Нет, не сейчас. Как вас зовут? Вера. Вера. Вот у меня тоже, знаете, вера в себя появилась, что я художник. Может, немножко профи. Похоже? Очень вдохновенно. Посмотрите, какие губы, а? Да. Как воротничок очень вышел, да? Джемперок вот это я подчеркнул. А серьги ваши? Это шикарно. Просто. Вы хотите ваш автопортрет за 5 минут абсолютно бесплатно? Как вам рисунок? Как вам вдохновение сегодня на меня снизошло? Чувствуется какие-то негритянские корни, либо у вас, либо у меня. Спасибо. Я принес здесь и дух вашей профессии, да? Эмоции, которые испытываете в данный момент. Мольберт на голову одевать можно, если что? То есть испанский воротник можно сделать. Похож. Похож. Вот, я так и знал, понимаешь, похож. Что художника, можно сказать, каждый может обидеть, понимаешь? Давай, давай, иди отсюда, иди, иди. Смилуйся, золотая рыбка. Не хочет Катька быть крестьянкой. Хочет быть столбовою дворянкой. Ступай себе с Богом. Будет твоя Катя дворянкой столбовой. Ну что, Катюха, душенька твоя довольна? Какая я тебе Катюха? Екатериной зови меня теперь. И вообще, что это такое, Саша, а? Ну что это? Ты видишь, что это? Не хочу я быть дворянкой столбовою. Хочу быть вольной царицей. Иди, ступай, 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 поклонись рыбке. Проси, чтобы я царицей была. Ступай, быстрее давай, ступай. Как давно я путешествую? Ну, наверное, где-то... брать 10 лет, 10-11 лет.
Но если честно, я никогда не считал. Ну, наверное, на скидку будет там стран 40, может быть, 50. Испания, Франция, Германия, Голландия. На Мадагаскаре, Колумбии, Сахаре. Я всюду побывал, я видел белый свет. В Гренландии, Финляндии, Уганде и Лапландии. Вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Приключение мне было очень забавное, когда приехал в Индонезию. Ну, то есть такое уже совсем не туристическое место, там просто познакомился с ребятами. И они мне сказали, хочешь, поедем на остров. Да? То есть вот островов там невидимое множество. И они меня взяли с собой куда-то, посадили на мотоцикл, увезли за там 100 километров в какой-то порт. В этом порту нашли какую-то непонятную рыбацкую лодку. А где-то часа 2-2,5 мы плыли. И в итоге мы оказываемся на острове, который, ну, может быть, километр квадратный вот, шириной, белый песок, пальмы, кокосы, там какие-то крабы, прозрачная вода и больше никого вообще. Да? То есть и так, такой полный сюрреализм. Так кажется, что ты попал в какую-то, ну, просто невероятную страну, которая не существует на самом деле. Так постоянно себя щипаешь, я сплю, я не сплю. Если бы не эти люди, может быть, там эта поездка конкретно в деньгах не стоила им ничего, да, но именно тот факт, что вот они решили показать мне это место, взять с собой, я считаю, что это довольно щедрый поступок. В Штатах, соответственно, пускай мы скажем, да, что там люди самые жадные, потому что культура, опять же таки, в массовом своем проявлении такая, что... Ну, не принято делиться, да, то есть ты капиталист, как бы, кто сколько заработал, тот столько заработал, тот и молодец. Даже стрелять сигареты на улице, это не то, что признак плохого тона, но ты чувствуешь, что человек, он даже если тебе, то есть ты видишь, друг, есть сигарета, он даже если тебе даст, то он, ну, то есть скривит лицо или будет чувствоваться, что от сердца отрывает, да. В Непале я в горы ходил, и там было непросто, да, то есть где-то с 3000 километров начинается такая ситуация, что уже и деревья почти не растут, и птицы не летают, и вообще такая вот, ну, полугробовая тишина, все завалено снежком, начинается горная болезнь. Ночью замерзает вода в кружке внутри домика. Это было довольно экстремально, но весело. Непальцы, они, особенно те, кто в горах живут, довольно суровые. Ну, как любой горный народ, да, они на самом деле очень открытые, но с виду это вот такое, ну, как бы чувствуется, что они действительно, их вот эти вот скалы, ветер, холод закаляют определенным образом. Висячие сады Семирамиды посеребрила таинственным светом луна. Как мы идем на восток, здесь испытаешь ты восторг. Грузия, Армения, вот это классическое гостеприимство и щедрость, она там действительно есть, да, то есть ты в любой дом практически стучишься или, не знаю, к любому человеку обращаешься, ты сразу друг, сват, тебя сразу к столу, сразу вина, сразу там, ну, 10 каких-то появляется блюд из мяса, и все, и тебе на следующий день говорят, пойдем, будешь знакомиться с моей там тещей по третьему колену, и, ну, грубо говоря, они тебя могут неделю возить по своему там этому хутору, со всеми знакомить, поить, кормить. Самые щедрые люди там, где у людей быт не завязан на том, чтобы ходить на работу, работать, зарабатывать деньги, да, где люди живут каким-то более своим аутентичным бытом и готовы тем, что они имеют, просто делиться, потому что им не жалко реально. Золотая рыбка! Чего тебе надо, Саша? Смилуйся, золотая рыбка! Не хочет Катька быть столбовой дворянкой, хочет быть великой царицей! Ступай себе с Богом, будет она вольную царицей.
Ну что, Екатерина? Какая я тебе Екатерина? Ты как с царицей разговариваешь на колени. Ну что, теперь-то твоя душенька довольна? Дурачина ты! Простофиля! Не хочу я быть вольной царицей, я хочу быть владычицей морской! Тупой! Тупой! К своей рыбке! И чтобы рыбка твоя служила у меня на посылках! Чего тебе надобно, Саш? Смилуйся, золотая рыбка! Совсем сбрендила Катюха! Не хочет она быть великой царицей, хочет быть владычицей морской! И чтоб ты служила у нее на посылках! Золотая рыбка! Эх. Ох. Ну что, Катюха, давай пендривалась. Обычная бабка, которая ничего не имела вообще. Тут появился человек, который начал дарить ей счастье и стараться для нее. Это же метафора, да, сказка? Она же в любом случае отражает какие-то социальные процессы. Он старается, старается, и все мало и мало. Он снова старается, и снова мало. Потом она, видите ли, захотела вообще там неизвестно чего. Ну и дали облом. Мужик просто уходит. Большинство людей объединены одной проблемой. Они с большим трудом делятся чем-то своим. Жадность при этом проявляется как в отношении вещей, так и в отношении других людей. Природа жадности в подмене ценностей. Например, когда родители уделяют мало внимания ребенку, он начинает ценить подарки. Хочется телефон дорогой, потом хочется машину дорогую, шубу и так далее. Ненасытная по ходу сюжета в данном случае женщина реализует все возможные способы манипуляции, провокации, давления, истерики и все прочее, чтобы получить доказательство того, что, ну, если уж совсем грубо говорить, что мама ее любит. А дед при этом является типичным представителем, скажем так, задавленного человека со страхом оценки и чувством вины, который в момент давления впадает в паническое состояние и никак не может противостоять этому поведению со стороны бабки. Отношения старика и старухи в сказке можно назвать вампирско-донорскими, где требования женщины только растут, а мужчина не имеет никакой возможности выбраться из зависимости. Тут хотелось бы поговорить больше про дедушку, человек, которого с детства был вынужден угождать требованиям взрослых, которые он не может выполнить по объективным причинам. Он маленький, да, он еще ребенок. И будучи вынужден все время стараться и напрягаться, он всегда оказывается в неуспешном положении. То есть его все равно оценивают плохо. И при этом состояние у него формируется настолько четкое и стойкое чувство вины, что он не может с ним вообще никак себя чувствовать спокойно. И это чувство вины заставляет его думать, что он не нужен своим родителям, что он плохой, его не любит, а, наверное, бросит поэтому. Да? Если бросит, он умрет. И вот это вот близкое к страху смерти состояние заставляет его делать все, что от него требуют. В момент, когда он отказывается от бабки, оставляя ее с корытом, он уже готов строить нормальные настоящие отношения, ну, чаще всего. Рыбка является как некая ценность высшая, да, то есть вещь, которую невозможно объяснить. Это же чудо. И эта женщина смотрит на деда, который ни о чем, да, он с ее точки зрения вообще ничтожество полное. И этот человек вдруг начинает дом строить, там богатства какие-то в дом приносить, да, то есть обеспечивать все полностью. Как он это делает? Наверное, он там каким-то чудом обладает, да, и вот она метафора. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. И добрым девицам тоже. Поэтому самовыражайтесь. Но самовыражаясь, выбирайте выражение. Ну а сейчас ваша любимая рубрика «Заветный конверт». И как всегда у нас есть очередной победитель. На этот раз ее зовут Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, как вам удалось быть первой на этот раз?
но мы ехали с мужем в магазин. По пути нам позвонила подруга и сказала, где лежит этот конверт. Мы подъехали и забрали. Что испытывали? Ну, необычно было. Первый раз участвовали в розыгрыше такого плана. Первый раз и сразу повезло. Ну что ж, Татьяна, за то, что вы были самые шустрые, самые быстрые, нашли наш конверт, вы получаете два подарка. Во-первых, пригласительный билет в кино, в «Киномечта», который находится в Молк Паркхаус на 3-м этаже. На два лица это вам. И также сертификат на сумму 2000 рублей в Центр реставрации обуви и сумок «Левша Мастер», который находится на Красноармейской, 74. Пожалуйста, все эти подарки ваши. Не уходите. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Ну, а Катя прямо сейчас отправляется прятать очередной конверт. Почему я-то? Ну, потому что мне некуда. А мы находимся возле музея Алабина со стороны улицы Красноармейская. И здесь, в этой стене, есть труба. Именно там мы и спрячем наш конверт. Я напоминаю, что в нем номер телефона. Первый, кто сейчас увидит нашу программу, придет сюда, достанет этот конверт и позвонит по этому номеру, тот окажется на съемках нашей программы и получит ценный подарок. Удачи всем! Не дает мне моя Катька! Чего-то не дает. Корыто! Покой, покой, давай. Ты как с царицей разговариваешь? На колени! Чего опять не так? Дай угадаю, Нина Ричи. Подожди. Я забыла. Берем. Рано.